Оглашается резолютивная часть решения по делу 2192 за 2023 год решением Российской Федерации 14 февраля 2023 года город Мурманск, Клинский район СУ города Мурманск в составе председательствующего судьи Мацуева, пресс-секретаря Смирновой, с участием ответчика Масла, представителя ответчика Мамаева, рассмотрев открытым судебным заседанием в помещении суда гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью, коллекторское агентство «Фаблок» Масла Денису Анатольевичу, о взыскании задолженности по договору займа встречному исковому заявлению Масла Дениса Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью коллекторское агентство «Вабло», обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Вебанкир», о признании договора займа незаключенным применением последствий ничтожной сделки и руководствуясь статьями 194 и 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд решил. В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью коллекторское агентство «Фабло» Масла Денису Анатольевича о взыскании задолженности по договору займа отказать в полном объеме. Встречные исковые требования Масла Дениса Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью, коллекторское агентство «Фабло», обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Вебанкир» о признании договора займа незаключенным, применении последствий ничтожной сделки удовлетворить частично. Признать незаключенным договор нецелевого потребительского микрозайма номер 1081-5370-1 от 7 марта 2021 года, между Масла Денисом Анатольевичем и обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Вебанкир» ОГРН 112-774-663-0846. Обязать общество с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Вебанкир» ОГРН 112-774-663-0846 направить в Бюро кредитных историй информацию об исключении сведений в отношении обязательств по договору нецелевого потребительского микрозайма номер 1081-5370-1 между Масла Денисом Анатольевичем и обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Вебанкир». Взыскать с общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Вебанкир» ОГРН 112-774-663-0846 в пользу Масла Дениса Анатольевича расходы по оплате юридических услуг 14 тысяч рублей, почтовых расходов 230 рублей 24 копейки. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью коллекторское агентство «Фабула» ОГРН 115-169-007-1741 в пользу Масла Дениса Анатольевича расходы по оплате юридических услуг 14 тысяч рублей, почтовые расходы 230 рублей 24 копейки. В удовлетворении требований о взыскании компенсации за фактическую потерю времени, расходов по оплате услуг нотариуса, расходов по оплате услуг представителя в размере превышающем 28 тысяч рублей, Масла Денису Анатольевичу отказать. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Ленинский районный суд города Мурманска в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме. Срок изготовления решения в силу статьи 107 части 3 составляет 21 февраля 2023 года, после чего копии мотивированного решения будут отправлены почтовой корреспонденции. В случае, если лица, участвующие в деле, желают получить посредством электронной почты, вы вправе обратиться с письменным заявлением, указав электронный адрес, на который вы желаете получить копию. Судебное заседание закончено. Спасибо большое. Я очень рад, безумно рад, что воспользуюсь услугами Мамаева Владимира Владимировича. Выиграно дело очень грамотно. Все судебные расходы будут возмещены мне. Поэтому на данный момент это единственный человек, который настолько грамотен в этих вопросах. Ну и не только конкретно по этому делу. Телефон все тот же. 8-921-6641. Звоните в любое время. Он поможет.